Доброго времени суток. Вот сейчас видео будет про то, как мы переделаем фонарик. Вот, допустим, начнем с фотона. Фонарик фотон на аккумуляторе 18650. Пришли платы, очередная партия плат. 5 штук я заказывал. Вот они специальные платы. Именно для аккумуляторов 18650. Для аккумуляторов от телефонов там другие, попроще платы. Вот такие они. Это можно аккумулятор от телефонов, их хорошо они заряжают. А вот эти именно для 18650. Специальные платки. Ссылка, как обычно, будет под описанием. Сейчас мы будем переделывать фонарик фотон. Следующее еще одно видео будет. Вот космос фонарик переделаем. Немножко у всех по-разному. Здесь потому что электронное переключение. Здесь механическое. Здесь зарядка 5-вольтовая. Здесь от розетки. Ну вот, немножко сейчас два видео будет подряд. Сейчас будем делать. Ну вот, разобрал его. Достал, вот там прикручена батарейка, открутил батарейку. Свинцовая, я так понимаю. Ничего на ней, надписи никаких нет. Вот зарядка. Здесь нашел еще одну причину. Вот причина. Приходит питание, когда от блока питания, от зарядки. А питание на аккумулятор идет минус напрямую, а плюс идет через диодик. Маленький диодик такой здесь стоит. Он пробитый здесь. Он пробит. Они такие маленькие красненькие, как вам показать. Вот они на разных платах есть. Он стеклянный. С двух концов у него нет выводов. У него с двух концов просто черненькая полосочка и красненький он сам. Даже не знаю, какое его название. Пофигу, какой он там. Они все. Но он без надписи, на нем надписи нет. Просто красный с черным. Такие стеклянные они припаиваются. Ножика у него нет, он прям напрямую контактом припаивается. Вот такой вот диодик здесь горел. Сгорел почему? То есть, если мы его сейчас поменяем, у нас пойдет зарядка на аккумулятор. Фонарик, в принципе, работоспособный станет. Но человек жаловался, что у него уже, ну, они быстро выходят из строя, аккумуляторы, у него уже плохо зарядку держал. Вот его родная зарядка фотон, она на 4 вольта. Если мы ее померяем, выход ее без нагрузки. Выход без нагрузки у него 6,57. Ну, это нормально, нагрузка будет где-то 5 вольт. 5 вольт, я так и думал, что он где-то 5 вольт. Хотя написано на зарядке на самой 4. Ну, пойдет 5-вольтовая любая, в принципе. Вот. В принципе, и по мощности любая. Вот, главное, чтобы штекер совпадал. Штекеры стандартные, вот такие вот они. Вот, любая, в принципе, пойдет 5-вольтовая. Не обязательно такую. Человек, когда у него плохо держать, стал зарядку, почему сгорел этот диодик? Он решил другой зарядку. У него есть, я смотрю, он говорит, я еще вот этой потом пробовал. 12-вольтовая. Ну, естественно, 12 вольт он воткнул. У них штекер одинаковый. И у него сгорел этот диодик. Он здесь как защита. По идее, можно все оставить, но аккумулятор уже не держит у него. Поэтому мы сейчас поставим сюда 2 18650 плату заряда. Для 18150 зарядка останется родная, гнездо. Вот здесь вот как оно большое гнездо под эту родная вот такая останется. Ну, вот как он был, зарядка большая такая. Такая останется. Ну и, наверное, еще выведу микро-USB, где-нибудь сделаю, где-нибудь здесь сделаю место, чтобы можно было еще заряжать от зарядки от телефона. Тоже можно будет и так, без разницы. Сделаем сейчас так. Сейчас отпаяю батарейку, переключу и покажу вам, как я подключился быстренько и проверим, что у нас получилось. Ну вот, у нас в принципе все готово. Сборка-то потом будет сейчас. Внутрь корпуса на термоклей, как вам удобно будет, какой клей у вас есть под рукой, термопистолет или термоклей. У меня пистолета нет, и у меня просто палочки термоклей. Я сейчас на старое место туда внутрь посажу аккумуляторы, где-нибудь платку закреплю, сделаю дырку здесь сбоку,
Вот, допустим, зарядка сейчас microUSB я включу. Вот зарядка microUSB. Вот красненький огонечек загорелся у нас. Горит, вот видите, красненький огонечек, и пошла зарядка от microUSB. Сейчас включу родную. Вот родная. Родная зарядка. Воткнул я родную зарядку. Вот она. Штекер родной. Тоже зарядка идет. То есть либо та, либо та. Эти проводочки взял выход с платы. Здесь выходы 2 плюс-минус, которые выходы. Вот, я их сюда родным прям проводу. Здесь штекерочек был. У вас может быть просто припаянный, я не знаю, как у вас там будет. Подключил сюда уже. Все. По идее, у нас должно включаться, пускай подзаряжается немножко. А, все то же самое, все то же самое. Можно было сделать, допустим, на простых аккумуляторах от телефонов, если у вас старые телефоны разбитые, какие-нибудь лежат аккумуляторы ненужные. Но здесь плата зарядки, она еще даже проще. Хотя по цене они, в принципе, одинаковые, говорю. Ссылки на, будет под описанием и на ту платку. Вот эта платка тоже показывает, здесь диодики стоят на ней. Можно было, в принципе, сделать все то же самое практически, но на таких аккумуляторах. Но у меня были доступные вот 1850 от старых, от нерабочий ноутбук. Батарея нерабочая, вернее, была. Аккумуляторы хорошие, а электроника в батарейке была неисправная. Контролер заряда. Вот от него были аккумуляторы 1850. Для этого фонарик, он на рыбалку там или куда, вполне пойдет. Давайте пробуем, что у нас. Пока ничего. Не знаю почему. Сейчас буду разберусь, почему ничего не идет. Ну, просто последствия, короче, 12-вольтового попытки, чтобы больше держал зарядку, чтобы лучше заряжался 12 вольт в стекаде, ему попытки там, ладно. А светодиоды, вот эти вот мощные, хорошие светодиоды, сгорели. Один он что-то моргал, я сейчас начал проверять вообще, оказывается, почему не горят, потому что перегорели они от 12 вольт, и пульс сжег их. Я сюда, пока у меня таких нету, скажу человек, чей фонарик пускай, или на Алиэкспресс я ему закажу, себе тоже такие закажу. Вот, пока что поставил поменьше мощностью, то есть разница у них, скажем так, огромная. Вот. Поменьше емкостью, ну, по мощности. Вот от, пока взял временно от космоса, от фонарика космос, временно пока три штучки поставил. Все, сейчас подключу. Все будет хорошо. Единственное, что... Ну, у вас такого, конечно, надеюсь, нет. 12 вольт вы не втыкали, просто перевели на 18650. Но у меня вот так. Сейчас буду... Подключу, припаяю, попробую. Да сразу сейчас припаяю. Включаю аккумулятор. Ну, пробуем. Где у нас здесь кнопочка? Вот, все, что и требовалось доказать. Зарядка вот у меня сейчас идет от по microUSB. Вот. Простой зарядки от телефона. Можно заряжать. Что-то мне не понравилось, конечно, как-то она слабоватая слишком. Родная, фотоновская. Можно и ей заряжать. Ее зарядка идет. Отключаем зарядку. Включаем без зарядки уже всю систему. Все, пожалуйста, работает, горит. Единственное, вот для данного случая нужны будут новые светодиоды мощненькие поставить сюда. А так вообще все хорошо. Сейчас это уже стоит. Сейчас там укреплю, все соберу. Пока временно без мощных светодиодов на простых пойдет. Сейчас собирать буду. Ну вот, все у меня уже внутри. Там на термо палочки вот эти вот, ну, термопалочки, я их, у меня нет этого пистолета для них электрического, я их феном или паяльником грею. Закрепил вот эту платку заряда, платка, которая была родная, ставлю вот сейчас. Аккумулятор
аккумулятор, конечно, послабже, но все нормально. Две зарядки теперь, родная и микро USB. Две батарейки 18650 держать должны прям конкретно. Ну, конечно, желательно будет поменять вот эти ток ему. Надеюсь, у вас такого случая не будет. Просто поменяете, переведете на 18650. Можно, конечно, и говорю же, на телефонов поставить батарейки от телефонов, платки такие. Ссылка будет на платы под описанием. Можете проще сделать. Просто на 18650 будет очень-очень долго работать. Всем спасибо, до свидания.